Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Я вас всех приветствую. В этом ролике я вам покажу новую информацию про, получается, регионы и номера других стран. Я вам покажу, как это выглядит, как это будет работать, и выскажу свое мнение. Расскажу вам о плюсах и минусах, которые я лично считаю. Поэтому, ребятки, видос обещает быть интересным. Темка довольно-таки классная, потому что многие ждали регионы. Многие хотели, многие не хотели, но сегодня я вам все покажу. Но для тех, кто не знает, я играю на проекте Amazing RP на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Ну а я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Начнем, я думаю, с того, что, ребятки, не переживайте, не нужно там на панике бежать, продавать номера, паниковать, то что вот, я купил номера, потеряю деньги, этого делать не нужно. То есть нету еще точной информации, как это будет работать, что будет с обычными номерами там и так далее. Возможно, они также будут цениться, поэтому, пожалуйста, не нужно создавать панику, не нужно там какие-то слухи пускать. То есть просто держите себя в руках, успокойтесь и просто смотрите видос и ждите обновления. Я вам сегодня все здесь расскажу, покажу свои предположения, что я по этому поводу думаю. Расскажу о всех плюсах и минусах данного нововведения, которое будет, скорее всего, в следующем обновлении. Итак, ребятки, сейчас у вас на экранах есть скриншот, который выложили буквально недавно, то есть это спойлер, его выложили в Telegram. Что мы здесь видим? ЕБДД, получение государственных номеров. Выберите регион. Ну, казахи, да, казахи, скорее всего. Извиняюсь, ребята, просто я не разбираюсь особо в номерах, поэтому, если я кого-то обидел, что-то неправильно сказал, извините. Но не стоит забывать, что до этого сливали еще вот такой вот скриншотик, где показаны различные номера различных стран. То есть это Белоруссия, Украина и так далее. Много номеров разных стран. Останется, получается, русские номера и добавят еще номера вот этих стран, которые вы сейчас видите у себя на экране. Давайте, ребятки, я выскажу свое мнение, потому что я как бы играю не первый год, и нам уже давно обещали регионы. То есть нам регионы обещали, по-моему, еще в 17 году или в 18, я точно не помню, но регионы нам обещают уже несколько лет. Нам обещали, 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 был ажиотаж на это, и номера либо дорожали, либо дешевели, люди боялись их покупать там и так далее. Поэтому еще раз повторяю, не нужно наводить панику, не нужно там слухи пускать. Дождитесь лучше, когда выйдет обновление, и тогда уже решайте, как бы, ну, ушли вы там в минус, не ушли в минус и так далее. Лучше реально подождите, не нужно делать поспешных выводов. Итак, ребятки, какие я вижу здесь минусы? Минус один, это, я думаю, для всех, то, что многие могут немножко потерять денежку, потому что неизвестно, как это повлияет на эти номера, которые есть сейчас. Возможно, они, наоборот, повысятся в цене, хотя номера на проекте, пацаны, стоят немалых денег. Даже обычные полублаты стоят там 3-4 миллиона, фуллблаты от там 50 миллионов, там 100 миллионов, 200 миллионов, то есть везде по-разному, но... Факт в том, что номера и так как бы дорогие, я думаю, в цене они точно не повысятся. Следующий минус заключается в том, что номера как бы, они очень ценятся на проекте, то есть, я думаю, нет такого проекта, где ценились бы очень сильно номера. То есть, на других проектах такого нету. Но именно на проекте Amazing RP номера очень сильно ценятся и играют большую роль. Люди готовы за них отдавать бешеные просто деньги, там 300-500 миллионов за хорошую комбинацию. Я считаю то, что, возможно, из-за того, что добавят регионы, это, получается, фишка пропадет. То есть люди уже будут ставить номера, как бы, обычные, какие они захотят. Либо просто их будут выбивать, потому что я не знаю, какая будет система. Либо вы будете просто выбивать номера, либо сможете сразу поставить номер, какой вы хотите. Пока что это неизвестно, но, скорее всего, нужно будет выбивать. Мне так кажется. Либо в рулетку добавят номера, и их нужно будет выбивать. И с помощью этих номеров вы сможете поставить любой свободный номер, какой вы хотите. Просто, как я
сказал, я играю не первый год на проекте, я играю там с 15 года, плюс-минус, то есть я играю довольно-таки долго. И я помню, когда номера стоили там фулбаты по 10 миллионов, потом по 50 миллионов, потом по 100 миллионов, то есть я помню все эти моменты, то есть я играл это все время, я это видел, как это все менялось. Я помню, когда я только пришел, многие номера были просто в госе, и я их сам ставил за донат, то есть там около 10 фулбатов были в госе. Раньше они не ценились, но потом как-то завертелось, закружилось, и номера начали цениться. За них начали давать очень хорошие деньги. Просто на данный момент, как бы, если у тебя там номера, допустим, X7, то они есть только у тебя. У другого человека их не будет. А когда выйдет обновление, возможно, кто-то сможет их выбить, понимаете? И получается, таких номера будет два, только на разных регионах. Вот в чем прикол. Поэтому я не знаю, ну, скорее всего, это минус, потому что закончится эпоха, пацаны, закончится эпоха блат номеров. Теперь давайте поговорим про плюсы. Плюсов, конечно же, больше, потому что в любом случае, ребята, это разнообразие. Это круто, потому что многие играют как бы с разных стран. Кто-то с Украины, кто-то с Беларуси, кто-то с России. То есть много людей разных играют, разной, так сказать, национальности. И все, конечно же, хотят, чтобы у них были номера своей страны, где они проживают. Возможно, у кого-то в реальной жизни есть автомобиль, и он хочет поставить такие же номера, которые у него есть в реальной жизни. И он сможет это сделать, если добавят регионы. Понимаете? Но я думаю, это будет реально очень круто, и это добавит, так сказать, свою тоже изюминку, добавит новую атмосферу. Как я и сказал, ребятки, нам остается только ждать, поэтому не делайте поспешных выводов. Я вам просто высказал свои предположения, свое мнение. Точной информации у меня нету. Ее нету ни у кого, кроме разработчиков, понимаете? Я думаю, будут недовольны именно те, кто боится потерять деньги, кто боится то, что вот он, блядь, вчера купил там номера за 100 миллионов, а потом выйдет обновление, они будут стоить там 50 миллионов, понимаете? То есть, да, такие люди, они будут недовольны. То есть, никто не любит терять деньги, я это тоже сам прекрасно понимаю. Но, к счастью, у меня как бы каких-то там фулбатов нету, у меня есть всего лишь там обычные полублатики, вот и все. Поэтому мне лично терять нечего, поэтому я как бы не против. Да, возможно, если были бы у меня там какие-то фулблаты, какая-то коллекция, там, хамы, воры там и так далее, возможно, да, я бы возмущался, типа, вот почему так, ебать, я типа не хочу, я потеряю деньги там и так далее. Но, ребятки, не забывайте, что вы номера покупаете изначально для себя. Кто-то на перепродажу, кто-то для себя, но если вам все равно, как у вас будет регион, то вы можете просто их себе оставить. То есть я, допустим, не буду номера менять на машинах, меня все вполне устраивает. Но вы свое мнение можете написать в комментариях, как бы, что вы по этому поводу думаете. Стоит добавлять, не стоит, разочаровались вы, либо наоборот обрадовались. То есть пишите свое мнение в комментариях, я буду рад реально почитать, я читаю все комментарии, поэтому, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, можете реально написать, я прочитаю. Ну что ж, ребятки, вот такая вот получилась информация, я вам подробненько все рассказал, показал, высказал свое мнение, поэтому я надеюсь, что вам это видео понравилось. Да, мало информации, мало как бы скриншотов, но я думаю, то, что данное нововведение, данное обновление выйдет в ближайшее время. В ближайшее время, это, я думаю, у нас первый день зимы, поэтому будем ждать это обновление, уже подробно посмотрим эту систему, что она себя представляет там и так далее. Не забывайте как бы ставить лайки, подписываться на канал, все ссылочки есть в описании, заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же вводите промокод, за который получите 300 тысяч рублей. Пишите свое мнение в комментариях, что об этом думаете, нужны эти регионы, не нужны, рады вы или нет. Ну а я буду с вами прощаться, всех обнял, приподнял, всем пока-пока.